Ученики 15 и 17 школ областного центра, а также их педагоги и родители проверили, как сделан капитальный ремонт в их учебных заведениях. В преддверии 1 сентября там прошла общественная приемка. Подробности далее. Дизайн кабинетов, рекреации, цвет фасада и даже индивидуальный фирменный стиль учебного заведения – все это результат большой совместной работы родителей, учителей, школьников и специалистов Управления образования администрации Твери. Еще до начала ремонтных работ, чтобы все предусмотреть, здесь, в 15-й школе, была создана большая рабочая группа. Учеников и родителей впервые привлекли к обсуждению, какой бы они хотели в будущем видеть свою школу, для того, чтобы в итоге получить новое образовательное пространство. Мы очень долго ждали ремонта, целый год были вне родных стен, и прийти 1 сентября в эту школу будет довольно-таки приятно, будет очень радостно. Я очень рада, что все-таки я попала в этот год, который буду учиться в этой своей родной школе, в новых стенах, в которых, правда, очень спокойно и очень уютно. Кроме внешних изменений школы, учеников ждут новые специализированные классы и кружки. Будет работать центр детских инициатив, будет работать лаборатория будущего, где дети смогут знакомиться с профессиями, проходить, что называется, тестирование по определению профессиональной идентичности. В школе открыты профильные классы. Это класс с углубленным изучением химии и биологии, истории общества знания, информатики и математики. Сейчас с нетерпением все ждут 1 сентября, чтобы начать новый учебный год в полностью обновленном здании. В течение года здесь полностью заменили систему коммуникаций, отопление, электрику, водоснабжение, канализацию, установили новые окна, отремонтировали фасад, кровлю и внутренние помещения. В преддверии нового учебного года совместно с педагогами оценить масштабные обновления собрались школьники, родители и, конечно, депутаты. Школа совершенно изменилась, она стала современной, стильной. Тут стало так много света, раньше она была какой-то мрачной, темной, а сейчас столько много света и пространства, что, ну, я думаю, что все очень довольны будут, и родители, и самое главное, ученикам будет очень приятно здесь учиться. А вот директор школы номер 17 рассказывает родителям о возможностях нового школьного оборудования. Вот здесь мел скапливается, вот эта штучка, то есть сюда провел и потом вычистил. Настолько все продумано. В здании начальной школы номер 17 на улице Красина отремонтировали фасад, систему отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, заменили электропроводку, сделали косметический ремонт кабинетов. Работы в основном здании на улице Мусоргского еще идут, а в новых классах начальной школы также прошла общественная приемка. Сейчас это абсолютно новое многофункциональное учебное заведение. Мы можем спокойно не переживать за наших детей, за их безопасность в первую очередь. Ну и, конечно, очень радует новая мебель. Она удобная, она современная, она практичная. Помимо вот только эмоционального аспекта, что здесь, конечно, такие светлые, просторные классы, хорошее оборудование, надо сказать, что все это, конечно, будет содействовать и качественному учебному процессу, потому что мы видим здесь и интерактивные доски, и видим различные приспособления для определенных предметов, для углубленного изучения. Конечно, все это будет способствовать тому, чтобы дети здесь учились комфортно. И как кто-то из родителей сказал, что уж в такой школе нужно учиться на одни пятерки. Напомним, ремонтные работы в школах проходят в рамках государственной программы развития образования федерального проекта «Новая школа», который включает в себя модернизацию образовательных учреждений в период до конца 2026 года.